Тебе нравится причинять людям боль? Заставлять их чувствовать себя жалкими, бояться тебя. Твоя игра меня не пугает. Ощущать себя ничтожными. Я знаю, кто я такой. Я Бог. Напомни, чего именно? Коварство? Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Закончил? Тебе пора относиться ко всему серьезнее. Что сказать? Я коварный мерзавец.